Я же общаюсь с родственниками, с детьми. Это большое дело. Даже звоню вон, во Владивосток, в Ульяновск. Никаких раньше телеграммы. А сейчас красота. По сотовому позвонил и все. Часто в телефоне просто сижу, в интернете. Общаюсь с друзьями в интернете. Удобно, куда поехал, куда пошел, и связь есть, и все. Хоть и говорят, что они вредные, но я очень довольна, что есть мобильный. На меня влияние какое? Никакое не оказывает. Когда мне нужно, тогда я и пользуюсь. А молодежь и нужно, и не нужно. Пользуется. Ну, первое, наверное, это удобство. Ну, это удобно в том плане, то, что ты всегда на связи остаешься. Во-первых, интернет-банки, мессенджеры различные и так далее, и тому подобное. То есть всегда ты на связи. От мобильных связь постоянная, днем и ночью, которая мне нужна. Без него просто даже спать не ложусь. Круглосуточно со мной. Ну, кроме СМС, вебере, ну, все. Все абсолютно. Видео пересылают дети, я им. Так что и постоянно на связи, у меня работа такая. Телефон, планшет и компьютер. Ну, компьютером реже я стал пользоваться. Если только презентацию сделать и все. Больше незачем мне компьютер. Телефон все заменил. Мне кажется, сейчас уже никто не представляет, что телефон – это все. Без него нельзя жить. Нет, мне кажется так. Ну, если я, например, потеряю телефон, мне будет очень плохо. Мне точно будет нужен новый. Не знаю, просто уже приросли все к нему, мне кажется, к телефону. Уже невозможно. Без телефона чувствуешь себя как без рук.